Итак, всем привет! Сейчас я покажу, как сделать книжку, а потом ее распечатать у себя дома в InDesign. Первым, что мы делаем, открываем новый документ, выставляем размер А5, ширина 148 мм, 210, колонок 1, топ. Принтер обрезает, но если мы хотим компактную версию, то уменьшаем эти значения. Если хотим более нормальную версию, ну, красивую, тогда уже играемся с настройками. Я вставляю для печати на принтер примерно так. Убираю связь, чтобы оно не изменялось автоматически, все вверху, внизу. Изменяю, внизу у меня будет 12, нет, я знаю, 15 поставлю, там еще будет номер страницы. Inside, внутри можно 10, 7, ну, это смотреть надо, в принципе, ну, я думаю, дойдем. Outside, пусть тоже будет 12. Нажимаем, ага, количество страниц у нас будет, допустим, 100. Должно быть кратное 4, 160. Нажимаем ОК. Готово. Это у нас первая страница. Дальше. Мы выбираем файл, поместить. Выбираем, я подготовил свою любимую книгу «Автостопом по галактике» в RTF и помещаю. Очень важно запомнить, что надо для автоматического разверстки помещения текста нажать Alt и Shift одновременно. У нас изменяется стрелочка, как вы видите. И нажимаем. Оно помещается примерно в таком виде. Смотрим, что у нас был. Что у нас здесь. Итак. Какие-то мусоры. Я предлагаю всем сделать примерно вот так вот. Выделить. Выбрать шрифт. Я, можете Arial, можете... Ну, Arial он хорошо подходит. Шрифт 12. Прошу обратить внимание, что вот такой вид. Это у нас... Сколько ж процентов там? Ага, 90%. Можем нажать Ctrl-Alt-0. И тогда будет полностью в нашем экране эта страница. Так проще понимать, какой у вас листик будет. Ну, для меня это тоже большой текст. Я, наверное, сделаю десяточки. Или 11. Читать. Ну, дальше посмотрим. Пусть пока так будет. Выбираем. Также смотрим, здесь у нас абзац, он у нас 12 миллиметров, это очень много для книжки, тем более для печати у себя дома. 7 миллиметров, уменьшим в два раза. Тоже можно, я не знаю, смотрите сами. 6, пусть будет 6 миллиметров. Дальше какая-то ерунда. Дуглас Адамс. Это какое-то вступительное слово. Смотрите, мы сейчас сделаем первую страничку. Ну, вернее, она как бы будет у нас третьей, но она должна быть первой, для того, чтобы вы могли потом найти. Мы нажимаем на дополнительной клавиатуре Enter. У кого ноутбук и нету дополнительной клавиатуры, честно скажу, я не знаю, как это сделать. Хотя, знаю, конечно, но это надо искать. Type, insert special character, symbols, markers, current, dashes, нет, code dash, нет, tab, write, in. White space, bridge character, column, row. Словарь. Page Brick.
или Ctrl и Enter на дополнительной клавиатуре. Вот сокращение. То есть все остальное у нас вылезло за пределы наших страниц. Итак, увеличиваем шрифт. Делаем полужирным. То же самое делаем с этим. Нажимаем Enter. Убираем абзац. Центрируем посередине. Дуглас Адамс большой. По правой. Изменяем, можем изменить шрифт. Любой, который подходит нам. Замечательно. Скажем ему black. Вот у вас получилась мини-обложка. Захотите сделать что-нибудь другое, тогда вы распечатаете и всегда сможете у себя найти на полке. Как вы уже поняли, я это делаю. Текст тут у нас ужасный. Очень ужасный. Например, вот такие вещи. И так далее, тому подобное. Глава первая. Да, что нам еще бы желательно сделать? Стилистику, чтобы можно было потом не искать. Как мы это делаем? Вот у нас есть глава. Убираем абзац. Добавляем шрифт. То есть делаем так, как нам нравится. Изначально. Выровняли. Глава 1. Так, чтобы было правдоподобнее. Верхний Intended Space, верхний отступ увеличиваем и второй увеличиваем. Все, замечательно. Наверное, это много. Пусть будет так, у нас висячки не будет. Хорошо. Да, еще мы забыли. Ага, давайте закончим с этим. Глава. Мы делаем для него стиль. Как, ну, вообще должно быть здесь, если у кого-то нету. Type. Параграф styles. Нажимаем наш в уголку. Да, я обычно добавляю ее сюда путем перетаскивания. Вот здесь вот в уголку выпадающий список. New параграф styles. И называем здесь ее глава. Глава. Теперь у нас появился стиль с именем глава. И идем дальше. Так, подготовительные работы почти закончились. Нам надо перейти на наши страницы, перейти на А-мастер шаблон и поставить номера страниц. Как это лучше делать? Выделяем текстовый фрейм. Type. Insert special characters. Символ. Sorry. Current page number. А. Мы делаем его полужирным. А это буква шаблона. Чуть-чуть спускаем вниз. Я такой даже сделал какой-нибудь. Не буду ничего делать. Можете сделать красоту сами. Нажимаю Shift, Alt и перемещаю вправо. И центрирую по правой стороне. Готово. Переходим на любую нашу страницу. У нас есть номера страниц. Теперь везде. Что мы еще забыли в самом начале? Текст вы тоже можете сделать. New paragraph styles. Для удобства, если у вас там какая-то сложная книга со сложными какими-то... Ну, бывает так. То есть надо, чтобы все было при
Ну, я рекомендую выделить все. New Paragraph Styles. Нажимаем текст. Main. Говорим ОК. А потом уже будем делать наши главы. Текст. Готово. Что-то он у меня закинуло непонятно куда. Глава. Нажимаем глава. И пошли дальше. Смотрим, все ли у нас красиво. Еще раз повторяю, это не дизайнерская книга. Это обычная книга для принтера. Там вам, если это вам закажут, то там немножко другие моменты, разные шаблоны, разное все. Это простая книга для того, чтобы вы могли спокойно распечатать у себя на принтере и почитать. Опять же, все зависит от количества страниц, вашего зрения, вашего удобства. Этот формат вполне достаточен для стандартных вещей. Надо будет, вы ее всегда сможете потом переплести. У нас места хватит. Отнести, там займете что-нибудь. Неважно. Бывает такое. Смотрим дальше. Глава 4. Третью мы пропустили где-то. Можем поступить по-другому. Нажмем Ctrl-F или Edit Change in Place, которого я не вижу здесь. Не знаю, я привык клавиатурными сокращениями. Find Font не то. Ctrl-F. Вот, Find and Change. Находим что? Находим, например, слово глава. Глава. Можем поступать по-разному. Можем искать глава. Лучше, конечно, перейти в самое начало. Ctrl Home в режиме текста. Find next глава. Find next глава 2. Нажимаем наш параграф styles. Глава. Пошли дальше. Глава. Это мы будем играться очень долго. Поэтому find format any. То есть нам все равно. Change format. Нажимаем вот эту specific attributes to change. Any style. Параграф style, глава. Нажимаем ОК. Find next. Find next. Глава. Change. Это мы проверяем. То есть все хорошо. Find next. Глава 6. Change. Замечательно. И нажимаем тогда change all. 35 replacements. ОК. Идем дальше. Уменьшаем нашу страничку, смотрим, как у нас получается книжка. Да, что самое прикольное в этом всем, допустим, мы нажимаем еще раз глава, мы можем изменить шрифт. Допустим, не рубленый Arial, а допустим, мы выберем Minion Pro. Minion Pro. Нажимаем ОК. Во-первых, превью идет. Мы видим. Нажимаем внизу превью. Можем увеличить. Замечательно, по-моему, вам не кажется? Можем все сделать All Caps. Normal. Small Caps. Ну, я думаю, оставить лучше Normal. Нажимаем ОК. Пошли дальше. Еще какие-то вставки, но это вы сами разбирайтесь. Вы можете сделать любые потом стили на основе текста. Это он у вас самый основной. Подправлять всякие глюки.
Я не буду заморачиваться сейчас на этом, пройдемся по самым таким основам. Так, у нас здесь висячая строка. Висячая строка — это означает одна строка, которая отлезла от другого абзаца. Она может быть либо сюда, либо сюда. В данном случае вот у нас абзац из двух предложений. Ну, две строчки. Неважно, предложение или нет. Что мы можем сделать? Можем подвинуть. Чуть-чуть. Нажимаем сбоку leading. Нажимаем, например, 11. Просто видим, у нас внизу есть немножко места под текстом. 1,8. Все. Идем дальше. Это то, что бросается в глаза. Ну вот, например. Вот что он услышал. То же самое сделаем и с этим. То есть визуально оно не будет мешать нам. Глава 6, глава 7. Вот, обратите внимание, одна строчка этого абзаца залезла. Как этим можно поступить? Ну, я обычно раздвигаю немножко главу. Если есть глава. Нет, мы также самым добавляли к 12, в лидинге 12 было бы. А, ну это для каждого надо блока. Как-нибудь потом покажу более скрупулезную верстку. Если будет интересно кому-то. Глава 12, 13. Стоять. Глава 5. Нажимаем Enter, если помните. Пусть начинается с новой. С новой. Это пойдет. Тут у нас, видите, да, висячие строчки. Ну это когда вы идете подряд, то тогда вы замечаете. Я не буду, хотя мне глаз режет. Глава 20. Перенесем на новую страницу. Помните, да? Type break characters page break, либо Ctrl и Enter на дополнительной клавиатуре. А, просто, по-моему, можно Enter нажать. Все, книга закончилась. Как узнать, что она закончилась? Вот мы увидим 116 страниц, 117. Нажимаем Ctrl-Alt-P и набираем здесь 117. Ну, лучше 118, чтобы это было... Нам надо, чтобы было кратное 4. Что у нас кратное 4? 120, пусть будет 100, или 116, нет, а, 116, окей, да, удалить. Вот у нас 116 страниц, но мы видим, что у нас осталось еще текст, это то, что у нас было на 117. Что нам с ним сделать? Так, все очень просто на самом деле. Во-первых, такое бы вряд ли случилось. По какой причине? Потому что если бы прошлись поверху, поубирали висячки, поубирали бы какие-то наши вещи, да, то мы бы это все подогнали. Ну, давайте подгоним под это все дело. Я, наверное, начну. Вот глава 31. Начинается с новой страницы. Замечательно. Так, вот висячка. Ну, мы сделаем, поступим по-другому. Не захватывая главу, сделаем вот так вот. 11 и 9. Мало. Значит, 11 и 8. Глава 32 было бы неплохо тоже пододвинуть. Отлично. Пошли дальше.
Глава 33 замечательно. Глава 33 отлично. 34. В 34 нам можно подтянуть вот эту вот строчку. Как нам ее сделать? Да так же само. Желательно выделять абзацами, а не прерывать их. 11.8. Замечательно. Передвинулось. Еще надо, чтобы передвинулось. Здесь финт ушами. Нижний отступ от головы мы подвинем. Будет вот так вот. 35. Видите, сколько у нас еще места осталось. Все. На этом урок наш закончен. Кому что непонятно, пишите, задавайте вопросы, говорите свои предложения, подписывайтесь на мой канал. Интересные предложения, да, бесплатно все расставим, если надо, если будет интересно. Либо какой-то элемент покажем, как сделать. Но рутину делать не будем, это уж точно. Поэтому пусть будет так. Все, спасибо, подписывайтесь на канал, до свидания.